«Царская Россия и первые годы советской власти». Именно так называет часть своей коллекции Валерий Грищенко. Пуговицы, пряжки, кокарды и контрпогоны форменной одежды студентов учебных заведений того времени. Униформистика заинтересовала Валерия еще в детстве. За долгие годы в личной коллекции набралось несколько тысяч экземпляров. Хотя я по профессии юрист, но мне история очень близка. Мне нравится. Мне нравится там, приобретать это, изучать, как-то все систематизировать, анализировать. Это как бы, ну, нравится, вот, я не знаю. Нравится обладать такими предметами, которых, в общем-то, может быть, единицы, или есть предмет, которых нет вообще ни у кого, а у меня есть. Особо гордится коллекционер экспонатом, которому более 200 лет. Шейный знак, он же горжет, символ благородства времен правления Екатерины II. В свое время он принадлежал студенту артиллерийского и инженерного кадетского корпуса и корпуса чужестранных единоверцев Российской империи. Мне кажется, что из всех выставок, которые были у нас вообще всегда и всюду, да, эта коллекция, пожалуй, самая насыщенная, самое наполненное каким-то разумом, очень любопытным, опыта человеческого. Но больше всего меня поразили некоторые бумаги, сохранившиеся. Среди представленных на всеобщее обозрение бумажных экспонатов – похвальные листы, дипломы об окончании вузов времен правления Николая II. Есть и фотографии самих обладателей этих документов, сделанные на не менее ценные в наше время фотоаппараты из коллекции Сергея Семченко. Экспонаты на выставке представили 5 коллекционеров. Выставка в детской картинной галерее будет работать до середины марта. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.